Конкурсный отбор проходил в течение всего января. На рассмотрение комиссии было представлено 14 проектов. Жюри выбрало три самые, на их взгляд, достойные и полезные работы. Сегодня у нас победители, это призеры, это три учреждения. Третье место – общественное объединение Тимиртауский молодежный клуб. Второе место – Тимиртауский технический колледж. Первое место – Тимиртауский колледж торговли и питания. Это вот студент Пашняк Данил. Благодаря реализации этих проектов в городе с 1 февраля начинает работу программа патриотического воспитания «Атамекен», с помощью которой школьникам будут рассказывать об истории Казахстана, о госсимволах и государственных праздниках. Кроме того, в скором времени пройдут образовательные экскурсии по выбору профессий и конкурс среди девушек «Коктым-Аруи». На реализацию молодежных идей из бюджета выделено около 200 тысяч тенге.